Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас идея ужина. И я хочу приготовить супчик. Тут я поставила косточки, ребрышки. Они уже закипают. Сейчас надо будет убрать пенку. Супчик будем делать рисовый. Легенький, вкусный, наваристый супчик. Пенку сейчас уберу. Так, и на второе у меня будут куриные желудки. И макарончики сделаю. Желудки у меня были замороженные. Вот они уже тоже сейчас закипят. Потихонечку оттаивают. Сейчас закипят. Я солью воду в чистую, поставлю их варить. И пускай варятся где-то час. Они у меня уже здесь чистенькие. Подготовленные были в холодильнике. Так, ну, с бульона уберу всю пеночку и пусть варится. А я пока займусь овощами, все почищу и вам покажу. А у меня желудки закипели, я их промыла. Промыла кастрюльку, порежу сейчас вот такими вот дольками и поварю еще 20 минут. Я не буду готова к жарке. Итак, порезанные желудки я уже отправила вариться. Подсолила немножко воду. Здесь бульончик. На суп я приготовила две небольшие картошки, морковку. Но морковку, она очень большая, буду использовать половинку. Вот такие у меня все морковки в холодильнике. Одну небольшую луковицу, один помидорчик. И немного перчика у меня морозовое есть. Я немного отсюда возьму перца на суп. Так, эти 2,5 луковички, это на желудки. 100 грамм риса взяла. Вот такой вот стаканчик небольшой. Я сейчас высыплю в посуду и замочу его. Так, и взяла зелень. У меня укроп и петрушка. Так, а рис я сейчас смочу. Промою его потом хорошенько. Морковку мелко нарезаю. Кстати, морковка попалась бесподобная, сочная. Режется прям как масло. Я помню, как когда-то делала закуску, и там надо было много морковки нарезать. Боже, там морковка у меня попалась. Я изматюкалась. Пока ее порезала, а эту прям резать в радость, вот честно. Может быть, сорт такой, не знаю. Итак, все готово. Отправляем вариться. А вот эту я сейчас приберу в холодильник на другое блюдо. Так, у меня прошло 20 минут. Желудки тут уже проварились достаточно, они еще будут обжариваться, поэтому я сейчас солью воду. Также 20 минут у меня здесь поварилась морковка с луком. Теперь я сюда добавлю помидор и перчик. Лучок у меня уже порезан полукольцами. Картофель на суп тоже порезан. Здесь жарятся желудки. Будьте осторожны, если будете готовить. Они очень стреляют, как и все суп-продукты. Хочу их немножко обжарить, а потом добавлю лук. Так, а супчик я уже подсолила. Сейчас вот немножко пенка опять набежала после помидорчиков с перчиком. Добавлю немного красного перчика и немного черного по вкусу. Так, желудки у меня немного обжарились. Я даже боюсь подходить, стреляют жутко. Добавляю лук, перемешиваю, солю, добавляю перец или еще какие-то приправки, которые кто любит. Накрываю крышкой и жарю. Итак, все добавила. Сейчас еще перемешаю. Раз я уже убавила. Стою на расстоянии, боюсь подходить. Очень сильно стреляет. Ой, что, желудки
10 минут у меня тут уже немножко пообжарились. Я уменьшила огонь и буду сейчас тушить. Ну, минут 20, наверное, до готовности до полной, чтобы желудки уже были совсем мягенькие. Так, а супчик тоже пускай поварится у нас минут 20. А потом я добавлю картофель, пол куриного бульончика, рис и зелень. Ну что, время прошло, овощи у меня уже проварились. А теперь добавлю сюда картофель. Картофель у меня очень мелко порезан, поэтому вариться он будет всего лишь 10 минут. Итак, у меня прошло 15 минут. Картофель уже здесь практически сварился. Здесь у меня уже желудки готовы. Они протушились. Поставила водичку под макароны. Теперь я засыпаю в суп рис. Рис у меня промыт несколько раз. Я не люблю, чтобы был вкус непромытого риса. Сразу же за рисом добавляю полкубика. Оставляю покипеть буквально одну минутку. Итак, минута прошла. Я добавляю зелень. Закрываю суп крышкой и отключаю газ. Все, и пускай он под крышкой стоит, настаивается. Иначе, если мы будем подолже варить рис, он у нас весь разварится и получится каша. А минут через 15 я вам покажу, как выглядит суп под крышкой. Так, у меня начинает закипать вода под макарончики. 15 минут у меня прошло. Смотрите, какой супчик. Рисинки не разварились. Такой легкий, простой и вкусный супчик. Дегустации не будет. Я жду папика с работы. Здесь у меня уже сварена вермишелька. Здесь у меня желудки. И вот такой вот ужин у нас сегодня будет. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра. И всем пока-пока.